где нагнать щенков? Откуда? Да некоторые вон уже бегут. Летят, что делают. Главного пиздула позови, где он? Да на планете же. Его теперь фиг оттуда выманишь. Да, о, да. Морда как в варенье, знаешь, вот как кот такой сметаны. Вот кот в сметану влезет в банку и так вокруг. Покажи эту пещерку, где жил этот зверек. Когтистый. Плачет там. Потому что там много плакало. Скажи, там много. Самое вкусное. Там еще как кости валяются. Пусть чистит. Уж легче становится. Даже синие не хотят идти в ту вселенную. Все. Понимаю. Она для них первая слишком живая, вторых слишком много там говна и прочее. Да, только финкам. Пусть только финки живут. Но на кораблик не хочу ждать, надо еще. Ау, где вы все? Вас же много. Корабль надо поливалок позвать на кораблик второй. Да, хорошо. Их там много уже, они как рыбки-то. По мере наполнения чистой энергии должны просыпаться сами уже эти компы. Малыш попробовал, смог разбудить? Как будто одного вроде разбудил. Да, кого-то да. Пусть растит сына. Пытается его зачем-то конвертик засунуть. Спеленать пеленку. Младенца. Ну, на прямом опыт. Смысле, да, передать что-то такие, какие-то границы, обучить. Пусть учится теперь обучать. Мы-то уже знаем, как. Ну, такими темпами, ты знаешь, нам эти несколько миллионов компов будить до посинения. Не на одну жизнь. Надо финьков. Не могли же они все в межмире улететь? Так синие должны были выловить их. Или они заняты были? Мы их загрузили другим. Их уже много. Так и я там же. Как вы, ребята, на таких креслах сидите? На них же твердо. Нормально. Мы не на таких, мы на нормальных. О! Желтая река. Да, полетела туда, видишь?
Прям как эти, знаешь, как на нерест вон идут лосось. Спинка к спинке. Откуда это их так много? Кто их где держал? Прорвало плотину, не знаю. Как стенка Может, была. спросить у Синей, у нее там тяжеловесы. Они как прыгнут. Не Не уверен. знаю. Там жирные панды у нее. Ж... Обожравшиеся. Она их закормила. Да пусть все. Это ж временно. Развлекуха. Сначала на этот клуб. Кораблик. Потом на мой. Ну, покажи, вот пусть вокруг главного процессора. Как вокруг Каабы. Араб поводит хороводик. Они как-то странно его водят. Они становятся вот в круг вокруг этого. Один круг идет в одну сторону, следующий идет в другую сторону. Один в одну сторону, следующий в другую. Зачем они так закручивают, не Для знаю. гармонии, типа, если все в одну сторону, что-то не так будет. А. А посмотри, наверное, для гармонии. Наверное, да, чтобы какого-то перевеса не было и туда, и сюда. Но этим самым они не направляют энергию в центр, ну-ка. Вот Надо я же клуб почему. в центр. Просто энергия собирается, как бах-бах-бах, наполнение всего кораблика этой энергии, но она никуда вверх не поднимается, она как А не надо аккумулируется вверх, там. надо вот именно что в центр и Да. на центральный процессор. Вот и о чем, что они неправильно ходят. Ну, не то, что неправильно, но... Пусть один потрогается, вот который ближе почувствует всю эту энергию и потрогает центральный процессор. Пусть все потрогают. Там как скобы были, отлетают сейчас. Как во мне скобы уходят, какие-то структуры, цепи, которые меня стягивали. Информация о королеве не стирается прям. Генотип ее корежится. И в прошлом тоже. Вот они, реальные победонцы. Вот они все это херачат сейчас. Мы в прошлом из будущего куем победу в прошлом. Зашибись. Все через жопу. Все не так, как нас учили, как мы думали. Вот сейчас три фактора. Три эха, три волны дойдет до наших раёв, которые проводят жертвоприношение. Это структуры на планете зверька. И стают, и лопнут. Это структуры, которые поддерживаются еще. Когда же память о твари и структуры, которые нас сдерживают, и структуры, которые держат рой и их все еще. И структуры в этого большого серого кораблика красно-черного тоже что-то вроде от его усилиями. Класс. Все как одновременно. Да, в центре сойдется так уж со всех сторон, как над нашей планеткой.
на нашей планете. И в этот момент нужно из этого конуса подудеть. Как там конус-то? От него как волнами энергия идет вниз. Там как подошвы нету, понял? И вот так вот расходится, Я ему расходится. показал, да, орать. Димка, не хочешь в рупор поорать? Там уже дыра. Пусть уже переходит на... Покажи Капитолий, пусть туда орёт. Это он на Европу орал. Блин, реально как трещины идут. Мне все грызть. Подсказать откуда? Где ты дерево грызла? Привычки они впитались. Фу, есть как он протаивает этот ЦП. Не, все-таки скажи в одну сторону это, круг сделать, поработ. Да, хорошо. Если снизу, то по часовой, если сверху, то против часовой. Кораблики Тор образовывается. Энергия по Тору.
как стирается информация о короле вишни во всех бяках. Но этот еще не хочет будет центральный процессор ядро. Давай поможем ему, что ли? Давай. Это проекция все-таки Каабы. Каабы проекция вот этого. И там это выбоина сделана, типа женский центральный процессор. Вот. Это проекция. При всей подавленности женщин, потому и подавлены в исламе, что короля вишна одна. Вся энергия на куб, а куб там это ее сознание. И энергия идет нехорошая, ну, скажем так, разная в этот центральный процессор. Теперь там должны финки эту энергию идущую скушать. Вот он этот, смотри. Дырочку делаю в центральном процессоре в кубе. И энергия вливается на финьков. Вон, покажи, пусть кушают. Вкусняшки вливаются. Как фонтан какой-то. Угу. Реально, как под напором. Угу. Там очень много ее было. Она пульсирует. Там еще есть большой-большой кубик, но поменьше, чем этот Кааба, который за иудаизм отвечает, то же самое. Там тоже кубик, и проекция этого кубика на головах у раввинов. Да-да-да. Все вкачивают в кубики. В квантовые компики. Даже христиане там есть куча. И масоны, естественно, все. Храм строят. Где кубы, где столбики квантовые. И везде идея жертвоприношения и смерти. Все в туда. Через линзу. Скажи финькам, есть в кубиках много энергии. Просто нужно потрогать и начинает фонтанировать. И можно пить, есть. Они как полуживые просто. Мертвые так проще просыпаются. А этот не просыпается, потому что он какой-то полуактивный. Он просто забирает энергию и все. Просто как в спящем режиме, уже, да? Уже некому, да. А потребителя нет. А, ну, выкачивать все еще продолжает. Обратной связи этим верующим нету. В одну сторону. Они туда вливают все еще по инерции, а сначала нужно энергию забрать у него. Которую он не расходует. Поливалка прям внутрь ЦП. Угу. Кубика. Да. Кубик в кубике, кубик в кубике, еще, еще дальше, дальше. Матрешка из кубиков. Ёкарный бабай. Когда же это закончится? Сколько их там? Мы это видели, кстати, как-то, когда работали с этой Каабой. Да. Видели точно. Когда-то мне сказал, что мне внутрь не сунулось, когда какие-то ты гоблины сунул, меня да. По голове треснули. Я помню. Ага. Ты так-то кричал.
потому что нефиг всегда подставляться под пулю. Ладно. Финками команду. Команды. Мелочевки уже начинают как это шевелиться, квантовые компики, которые рядами стоят там рядом. Для их просыпания уже вихрь энергии хватает. Ага, по ниточке просто как добавляется в этот вихрь. Когда они просыпаются, вот так новая ниточка раз и закручивается, пошла. Да, давай с мелочевки. Может, финькам проще в другую сторону? А скажи, мы давай в другую сторону. А пусть бегает в другую. Все вместе. Они как-то одновременно все прыг-прыг-прыг с одного компика на другой. И они там такие вибрации создали, знаешь, вот одновременно. Пусть они мелкие, надо но... Надо все раскачать. Да. Пусть сначала мелкие просыпаются, тогда общий вес этого кубика уменьшается, условный вес, инерция. И проще будет раскачать крупный ЦП. Там угловые компики на углах, которые держат стенки. Их надо крякнуть. Вроде одной стенки нету. Надо все стенки разобрать. Дима помогает, ты с нами? Дима! Все, срубило, как всегда. Хорошо. Пошли. От этого Сони. Вот учись, учись, Мона. Спать.